Давай, сочиняй мечты. Есть миллион шансов, что скоро будет все сбываться. Когда еще не понял, каким быть надо, хитро выдуманным. Здорово, чуваки. Всем привет. С вами Рэпер Трейдер, и опять на хату ко мне заехал мой друг, суровый Суворов. Опять я ему отдал очки. Короче, опять мы будем сегодня подрывать бабки на Алимтрейде. Пополнили счет на 2000 рублей. Итак, давайте к ставкам. Первая ставка 100 рублей, вторая ставка 220, третья 500, последняя 1180. Начинай. Погнали, да? Блять, серьезный разговор. Я отойду, а он торгует. Да. Так, ждем какого-то пика, блин. Будем ставить вниз, наверное. Так, профессор, иди сюда. Только что мне звонил, риэлтор звонил, в поисках ли я еще квартиры. Уже, блядь, неделю на хате. Так. Так, рощишь, ставлю на низ. Да. Погнали. Смотри, что она так долго думает? Нормально все. Ась, какая у нас сегодня цель? 400 рублей. Все. Так. Маловато. Нет, не маловато. Если будет больше, проиграем все деньги. Короче. Хуёво на душе от того, что нет Порше. Так. Этот кореш уже разбирается в торговле. Он смотрел мои видео. У него уже на демо-счете нормальные бабки. Показывал мне свой аккаунт. Он уже там... Сколько ты нарулил? 30 штук. 30 тысяч. Ну, это на демо-счете, конечно. Ну, да. Ну, буквально за... Полтора часа. За полтора часа? Вот как там делаются деньги. Отделать нефиг, уже по две штуки там лепил, короче. Так, пока все нормально, выигрываем. Виснет график, блин. Затащили. Вот, заебись. Ну. Затащили. Смотри, а еще чуть-чуть и не затащили. Так, снова сотка. Так, блин. Думаю, снова на низ можно, а? Какой же? Блин, мы так материмся в видео, блин, много. Нужно уже как-то поменьше. Я вот замечаю, смотрю свои видео. Уже нужно быть каким-то другим. Более корректным. Да. Смотри, можно сразу ставочку еще получить. Нет, куда? По одной. Конечно, по одной. Если придерживаться строго стратегии, строго лимита денег, тогда всегда будем выигрывать. Наверное. Можно было подкрутать чуть-чуть. Нет, это же график, ты не знаешь. Вот, кстати, уровень. Да, кстати, вот на всем евро-долларе, блин, ну, вообще непредсказуемый. Жизнь непредсказуемая вещь. Ой. Только что с супермаркета пришли, блин. Начал снимать видео, на меня начали все обижаться в супермаркет. Обиделась продавщица, не хотела мне давать товар. Ну такое что-то. Ай. Ни о чем. Идите к директору. Блять, так, проиграли, нормально все. Так, 220, следующая ставка. Ох, отлично, давай, моя сумма, быстрее. Сука. Отлично, смотри, так на выше. Ну, есть. Блин. Заебись. Ну, бля, дальше не пойдет. Все, смотри, это уровень, видишь? Да я вижу. Надо показать людям уровень. Ну. Где это линии здесь ставить, линии чертить, линии? Где-то здесь должно быть. Ну да, вот сама. Не, сама это просто линия, а просто прочерти такую одну. Народ, вы знаете, как здесь линии ставить? Да, ну что за хуйня, блядь? Все будет, сейчас на самый последний момент упадет. Технический анализ, 10 минут, свечи. Пиздец. О-о-о! Так, подготавливаем ставочку в 500 рублей. Здесь уже можешь не дожидаться, можешь ставить. Вот этот Алимтрейд, моя сумма, да моя сумма, блин.
Хочу, ставлю. Че вы, блин, на IQ Option такого нет. Вот это плохо. Мы сейчас можем тупо словить тренд, идет повышение тренда. Мы ставим вниз-вниз и все. И проиграем сейчас все деньги. Мне кажется, так оно и будет. Нет, будет все охеренно, потому что мы четкие чуваки. Я никогда не проигрываю. Конечно, проигрываю. Но просто мы уже очень много не проигрывали, кстати. Я уже очень много не проигрывал. Нужно уже проиграть. Нет, не нужно, конечно. Что это за... Ну, уже за точка, блин. А, это координаты. По графику. Это координаты. И когда ты в системе еще не расставил координаты? Вот все отлично. Пока. Виснет. Ну, давай. Вверх давай. Вот вверх и проиграли. Шо такие, блядь? Нет? Да, прикинь. Блин, я тупо накаркал, реально, народ. Так, последняя ставка 1260. Идем ва-банк. Смотри, опустилась, блин. Курва. Теперь куда его ставить? Хрен его знает. Вот, видите? Вроде бы выигрываешь, и на последней секунде проигрываешь. Сейчас тоже, блин. Сейчас вообще непонятно. Такой только что вниз. Решать тебе, давай, последняя ставка. Давай, минус 3, а чуть поднимется. Пусть чуть поднимется, сколько, ну, сколько у нас времени? У нас времени бесконечно. Ну давай подождем. Ну блин, я конечно... Да, ну по идее он должен спасти, блин. Это все такое, лотерея, народ, идея не идея. Ну да. Сползти, не сползти. Достать, зачем затягивать, какая разница, поднимется, не поднимется, блин. Да все равно про его неохота, блин. Ну вот, поднимается, ну. Давай, заряжай на низ. Или давай наверх, будет вот, жестко, давай, если наверх. Давай. Ну еще чуть-чуть вверх, сука. А может давай тут наверх, давай. Была не была. Погнали, 1260. Хуёвая идея была. Да. Поставить. Да мы вверх всегда выигрываем такие деньги. График завис опять. Что-то в последней секунде пойдет вверх. Конечно, пойдет вверх, блин. По-другому никак. Даже раньше. Так, это получается. Так, еще ничего не получается. Мы еще не... Давай, ну, подождем. Штука 800, штука 900, да, где-то. Я не знаю, сколько это получается. Мы еще не выиграли ничего. Блять, вот так вот. Сука. Все будет четко. Вот, вот. Еще чуть-чуть. Вверх, давай. Не вздумай, давай вверх. Вверх, блядь. Ну, зависло как раз на конце. Не вздумай. Сука, не давай. Не вздумай. Давай. Блин, опять нас в последней секунде! Да это пиздец, нахуй. Ты видел, да, тупо на последней? Уже должна была ставка заходить. Так. А ну, что там? Все. Все. Вот, народ, проиграли мы. Ой, блин, обидочка, проиграли. Убила, так, блин. Сколько это? Такая разница, сколько? Все. Хуйня, блядь. Ваш доход было бы еще выиграть, да. Еще парочку. Блин, так ты видел, уже заканчивается сделка, и здесь вот только. Видели, народ? На два раза, на вообще, на не то что на последней секунде, а вообще в конце. Короче, так, сколько там уже видео? 9 минут, проиграли мы деньги все. Ну что, надо идти бухать. Надо идти бухать, а что делать? Ой. С вами был Рэпер Трейдер. С вами был Суворов. Пока, чуваки. Всем пока.